26 января в манеже стадиона «Красная звезда» состоялся необычный футбольный матч. В рамках товарищеской игры на поле вышли сборная Союза ММА России и команда «Омск спортивный», за которой выступали представители спортивной общественности нашего региона. Эта футбольная встреча состоялась в рамках первого чемпионата страны по смешанным единоборствам среди студентов. Впервые подобное состязание было проведено в 2015 году, когда Омск принимал чемпионат России по ММА. Тогда наши известные спортсмены и руководящий состав спортивных организаций почти всухую разгромили бойцов со счетом 6-1. На этот раз гости смогли взять реванш, обыграв омичей с разницей в 2 мяча. Мы тогда не знали, что у нас в Союзе есть кто-то, кто играет в футбол. У нас просто все подряд пришли, и разгромный счет был. И многих из того, кто были сейчас, тогда не были. Не готовы были. Сейчас мы подготовились. Конечно, сложно. И соперники опытные были, сыгранные. Мы первый раз с таким составом собрались. Чуть-чуть тяжело было сыграться, но так получилось неплохо. Впечатления в целом положительные, хорошие. Мы побегали, получили заряд положительной энергии, эмоции хорошие. Но, к сожалению, в этот раз не удалось выиграть, в чем... В принципе, и заслуга команды нашей соперник. Первый тайм проиграли, второй выиграли, но в итоге получился такой счет. В принципе, конкурентная игра хорошая. Немножко не хватило, наверное, везения в нападении и в защите.